И вот здесь Салават идет в атаку. Продолжает бороться за эту шайбу Алалыкен. Полезли уфимцы на чужие ворота. Но здесь надо поаккуратнее, конечно, сыграть Бирюкову. И что? Проходит эта передача. И скорее надо делать пас на дальнюю штангу. Он проходит. А поднять-то не получилось у Кагарлицкого. Здорово развернулся и классно отдал эту передачу Артем Галимов. Но переиграть Кагарлицкому вратаря не удалось. Но тут, видишь, еще и все-таки успел помешать в этой ситуации. Да, Николай Кулемин вернулся в оборону.